Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Hubianko, to jest Metro 2033 Redux. My остаемся w tym zale. Согласен. Артём берёт. Coś się właśnie dzieje, nie mam do końca pojęcia co, ponieważ w dziwnym miejscu się znalazłem. Tu jest Hunter, ten typek, o którym była mowa w poprzednim odcinku. Hunter ogólnie to w sensie łowca, nie? W przetłumaczeniu na polski język. Nieźle, co? A broń? A jak ja mam walczyć? Kurde, wiej. No jak ja mam walczyć? Ja się skryję za nim, czekaj, tutaj są kolejni. Próbuję się dostać. No jak ja mam walczyć? Nie mogę nic zrobić. Nawet nożyk, ani nic. Trzeba podnieść broń. Gdzieś jest tutaj broń? Gdzie jest broń? Gdzie jest broń? O, było coś. Jest, dobra, mam broń. Mam broń. Dobra, kolejny giną tutaj. Naprawdę wyglądają okropnie te stwory. Takie... o, nieprzyjemne naprawdę bardzo. Dobra, walczymy trochę tutaj. Mam nadzieję, że to już koniec. Strzelec wyborowy. Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих, Homo novusов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу... Черный на паре! Внешний блокпост уничтожен! Kurde. Ale akcja, co? Na zewnętrzny posterunek? No to my w trójkę sobie z tyloma poradziliśmy. A tu było tyle chłopów. Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Постараем себя его не зависть. Только... Мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Могли бы дать какую-нибудь броню, або coś, бо... Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто. Но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Добра. Паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматьё вооружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь.
Niczego nie zapomnij. Dobra. Mówił, że mamy jakiś sprzęt, więc amunicja. Czyżby książka tam była, Metro? To jest książka, tak, Metro 2033. Nie mogę? Aha, czyli to była gitara, dobra. Zatem idziemy, nie tutaj, tędy, tutaj też nie, w lewo, okej. Dzieci. Wychowywanie się w takich miejscach jest naprawdę pewnie ciężkie. Jeśli chcesz wyciągnąć lub schować dziennik, przytrzymaj M. Dobra, więc tutaj strzałka nam pokazuje, którędy mam iść, tak? Chyba o to chodzi. Okej, tutaj w prawo. Dobra. Ale ma maskę małych. Uczą się do wojny już. Lewo. Prawo. Okej. Udaj się do polis. Odszukaj stalkera zwanego młynarzem. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво и нагревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Dobra. Schowajmy to. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Трохи мало той амуниции, 2 магазинки то. Зарядку для фонаря, батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Аптечка. Так, теперь все хоккей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться. Окей? Добра. Gadasz rozsądnie, zatem skoro mam poćwiczyć, no ogólnie trochę mi szkoda amunicji, chociaż nie wiem, może oddadzą czy coś. To co weźmiesz za cel? Dobra, niech będzie tam w 10. Dobra. Więc amunicji mi nie brakuje, mogę sobie strzelać do woli. Dobra, takie coś lubię. Ale teraz chyba musimy już iść, wiecie? I udamy się, spójrzmy na... tak, udaj się do polis, odszukaj stalkera zwanego młynarzem. Opisz sytuację na w oknie i poproś o pomoc. Karawana, dąż do karawanu, dobra. Więc spędzimy sobie... w kierunku strzałki. To jest bardzo fajne rozwiązanie, powiem wam, że nie jest takie już głupie jak w niektórych grach, że nas gra prowadzi za rękę w jakimś kierunku, ale tutaj mamy strzałkę, tak jakby kompas. No. No co, gotów odbiegać? Jestem gotów. Gotów? Тогда двинули. No to ruszamy. Będziemy wagonikiem jechać? Po miejscach. Ty, Artyom, sadź сюда. Nikt niczego nie zapomniał. Aha, będziemy sobie ten, ciągnąć to. Dobra, jak kiedyś. Wy na Rzeszkę jedziecie? Типа того. Nie podbrosicie? Nie вопрос, na zajca mnie pojedziesz. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артем? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово и опасно. И это еще круче. Ну, практически, как для меня, то может быть небезопаснее. Бенефиты, что? Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды.
Я не собирался возвращаться домой с Рижской. Хантера. Подвести Хантера. Континууйми то. Хіба уж доезжджами. С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда. Покупаю товар. Повидала. Давай, давай, двигай. Ну да. Ближайший базар на следующей станции Зарижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, ну а теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось? Чекай, чем ты не робилась, а? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Хіба то було б в другу сторону, не вим. Може? Може так? Ладно, Пётр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А чого в ньому такого в этом туннелі? Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел ему. И не понравилось мне. Совсем. Powiem wam, że fajnie to wszystko wygląda. Naprawdę ta grafika odnowiona taka... Naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Okej, więc tutaj chyba się już zacznie walka, tak? I czemu straciłem amunicję? Ale dupa. Aha. Jestem przekonany, że zaraz nas coś zaatakuje, ale... Głowa prosto rozkalывается. Там что-то интересного. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай. Там есть сейчас что-то, но это, хиба, слишком мало, чтобы до этого стрелять. Особенно, что мам мало амуниции. Давайте побыстрее, а? Тут конец. Страшно с ними. Страшно. И жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! А, что это со мной? Что? Что со мной? Во! Артём! Сюда! Если мы хотим выжить... Мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой. Во! Какой тролл. Może to tylko sen? No tak coś czuję, żeby tylko sen. Śpicie czy co? Что происходит, да? Черт! Вставайте! Просыпайтесь, ради бога! Борис! Очни, Борис! Ай, бесполезно! Видите то? Видите то? Стреляй по ним! Я на рычагах! Я! Я на 4 амуниции! Jak ja mam walczyć? Nie!
курдеж. Bez jaj, padłem? Dobrze, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Nie byłem na to przygotowany, amunicji bardzo mało było. Nie sądziłem, że mam jeszcze drugą broń. No ale cóż, widzicie, że w metrze nie jest łatwo, w metrze nie jest łatwo. Zostaliśmy zaatakowani i czekajcie na następny odcinek. Będziemy kontynuować tą scenę. Do zobaczenia, na razie, cześć!